привет, короче, приехал я на загрузочку. Видите, какая тут обстановочка. Коротко о моей загрузке. Сейчас будем заезжать вот сюда в бокс и грузиться. Немного мало места, конечно. Но мы это сделаем. Это будет профессионально сейчас. Так. И, ну и, конечно, рубрика Димаса. Тема, наша тема КамАЗ. Ну, все как положено, видите. Ну, тут нормально, места хватит. Сейчас и туда, и так, короче, будем петлять как-то. Только что там патриот поймался мне, говорит, ну, заехал на загрузку, говорит, что, КамАЗа поважаешь? Кажу, да, поважаю. Любимая техника. Посмотрел так, дебил, поехал дальше. Смотрите, первое колесо покидает чат. Я на нем уже нормально полю, дай бог, чтобы оно до базы дотянуло. Я, правда, опускаю жир без АБС, почему еду? Потому что не опускается эта ось. И второе колесо, вот, сегодня утром то же самое. Вон, лопнула этот. Проволока вот там, вот, вон он, видите, вот, лопнула. И пошел по корду, поднимается. И вот такой вот нюанс. Первым. Вот вторым. Ну, второй вообще жестко ушел. Вот аж отсюда началось, и вот так он порвался, вот видите. Ну, он вообще именно печально хочет покинуть чат. И он покинет скоро. Вон, видите, он сейчас не фокусируется. Вот. Полностью оторвало его, порвало там. Вот так едем. Так я с Европы возвращаюсь. Полностью. Полностью его порвало. Вот это. Немного тут буксовал только что. Потому что заехать надо было. Ох, хер на него. Ну сюда я уже лезть не буду, я посажу тачку просто. И все, на этом все прекратится. Хорошо, вот я и залетел в бокс. Как я говорил, что заезжаем мы в любые дыры уже, жопы и тому подобное. Наша тема. Сейчас будем грузиться металлом каким-то там. Чем-то, короче, будем грузиться. Наверное, или такими трубами, или чем. Ну, короче, сейчас увидим в конце. Загрузка будет выглядеть так. И вверх там будем, и боком. Короче, с прискоком, скоком. Видите, какой вес у зимки, значит, все как положено. Боком, верхом и прискоком. Сейчас пол прицепа загрузили. Так, сейчас соберу еще бок. Сейчас отъеду дальше, стану под тот пролет. Воздух качаю, воздуха постоянно ж нет. И соберу бок и вверх открою. Сейчас будем вверх грузить, через верх. А его товарищ сидит там внутри. Ну что, загрузился, короче. Блять, без ремешков ни хера не бывает. Плотную под самые доски закидали. Собираем процессию. Thank you.
Загрузились, накачали воздух. Выезжаем. Все, пока-пока, фирма. Тут этот что-то пилит, режет целый день. Ты понял, чувак? Все, фирма, пока-пока. А он все пилит, чувачело. Запустим пропеллер. Ну, короче, тут немного тропами такими до 11-ки. Сейчас, так как у меня 20 тонн, ось опустилась, видите? А когда меньше, до 10 не опускается. И 3 раза, ну, здесь, чтобы опустить ее, надо 3 раза нажимать на педаль, чтобы сработал кран. И опустила ось. Принудительно нету кнопки. Так, поэтому и снимал кабель, сразу объясняю, АБС, чтобы опустить. Потому что некоторые там начнут умники писать всякую херню, блядь. Все это уже испробовано. И до крана туда лазил, пытался принудительно, там ничего нигде нету. После крана. Короче, на паркинге таком иду в кафайку похавать, там он дальше. Сейчас посмотрим, чем тут кормят. Это местная басота. Я не знаю, я тут не был ни разу на этой кафешке. Ну так, смотри, тачки стоят и фуры стоят, значит, нормально кормят. Кафешка, ребята, неплохая, смотрите. Вообще зачетная. Приятно в такой кафешечке посидеть, конечно. Почувствовать себя человеком. Гляньте, как все тут оформлено, люстры. Придорожная кафейка такая, нормально. Первое, второе и компот 40 злотых, нормально сейчас. Люди здесь культурные заходят, приятно такая кафейка, конечно. Посидеть так, именно покушать. Не в будке в этой, это уже надоедает в этой будке питание это. Здесь прохладненько, кондиционер, сейчас перекурим. И дальше едем. Я и так навязался ремней за сегодня. И бок, и вверх. Уже на полу спущены. И выгрузка сегодня. Все, и загрузка. Все в один день. Ну, красиво, конечно, да? Принесли мне журик, короче. С яйком и кабасом. Сейчас будем употреблять. И смотрим большой груз 40 рус. Как он приехал до товарища. Музыку там в Мерседесе. УВК логистик поставил. Жесткий тип. Там вообще вкусный такой, ребята, хочу сказать. Вообще огонь. Жорик. Просто пушка. Так, принесли второе мне, ребята. Будем употреблять сейчас. Второе. Уже все разошлись. Вилочка. Вилочка. Ножичек. Будем хавать, посмотреть, как люди работают. Блин, после такого обеда серьезного, я уже хочу спать. Уже б никуда и не ехал. Надо ехать. Уже массу уже бы надавил, повалялся бы немного. Ладно, поехали, а то сейчас усну. Итог, второй день, я приехал на выгрузку. Но я не знаю, правильно я ли приехал, потому что где-то тут база транспортная тоже машины. Вы достигли конечного пункта. Вроде сюда, вроде правильно. Там хер его знает. Сейчас надо искать, кто тут у них главный босс. Сейчас будем перегружать машину с машины, блядь. О, тут еще и закрыто. Сейчас откроем навеки вечные. Польский разговаривать не надо, все равно все наши. Водилы все наши. Стоит водила, кричу, где здесь бюро? О, тут какое-то обрушение у них произошло. Пойду сейчас прошу, вижу, что тут какая-то разгрузка, перезагрузка идет. Узнаю сейчас. Умничать начал, блядь. Ты должен быть в 8 утра, я говорю, никому нахуй ничего не должен. Ну, тут вся работа у нас теперь пошла попердолила нам, я говорю. Да ладно, говорю, давай, говорю, рохли, а выгружишь. Я говорю, а чего ты не приехал? Я говорю, потому что у меня были свои проблемы. Я говорю, свои заботы я не должен был никому. А тебе особенно. Ну ладно, хорошо, вставай, сейчас выгружусь. Поумничать захотел перед водилами, блядь. Потому что я ему сказал, что у меня были свои дела, оттого я не приехал в 8 утра. Он тут стоит, смеется в прицепе, водила показывает, красава. Слышь, нихера себе, блядь. Вообще, блядь, страх потерял, ублюдки. Выразился, я не снимал там, потому что это то оказался их не директор. Он говорит, а чем вот это такие борзые? Я
как значит ему, говорю, нормально, ну вы начали так, говорю. Он конфетой мне угостил, он бюро позвал, посидел там еще. Пока они мне документы все отдали. Ладно, одна загрузочка, но то будет уже совсем другая история. Пока-пока.